Они даже лучше стали сейчас. Ага. Были. Тверденькие, о, белые, чистые. Ну вот сейчас 22 октября 2010 года. Этой ночью выпал очень мощный снег был. Даже провода порвало кое-где, не было света в деревне. Вот, и сейчас нету. Ну, снег немножко стаял, потому что прошел, потом пошел теплый дождь. Вот, но рядовка вот растет до сих пор. Ну и удивительное другое, она как бы вымораживается, меняет свой цвет. Становится более светленькой. Так в сухую погоду она более серая, а вот сейчас она такая, ну, светло-сероватая. Что характерно? Ага. Какие-то твердые, ого, хорошие. О, белые, чистые. Да. Ну, вот это немножко замерзло. Такую, наверное, не стоит брать. Не, перезрелые не надо. Такой молодые. Вот. Сейчас нашли семейку белых, абсолютно сахарных, удивительно. Не помороженных. Не помороженных, чистых, то есть белые тоже растут. Да, польских. А, польские, да, растут тоже семьями такими. Причем есть и старые, и молодые. Вот торчат из снега. И это, ну, на фотографиях у нас есть. Туда не полезу. Не, не надо. Единственная сложность в этом сборе вот в такую погоду, это то, что ветки мокрые, капает сыро. Поэтому лучше, конечно, одевать капюшон. То есть иголка это еловая, она меленькая такая, залезает в самые-самые сокровенные места. Потом сходить очень неудобно. Рядовки можно с выбором собирать, потому что их, ну, просто немерено. Можно выбирать мелкие. Ну да, чтобы даже не резать, а вот, вот солить уже прям вот в таком состоянии. Ну, выбирать можно крупные. Угу. Вот такие. Ну, крупные чем хороши? Крупные. Сразу взял такую в руку и чувствуешь, это вещь. Ага. Они вон, да, вот я хочу туда подойти, они прямо в снегу стоят. О, целыми семьями. О. И что интересно, их берешь, да? Вон они белые, чистые. Ничего с ней нет, не происходит. Да, ничего с ней не происходит. Вон из-под снега выкопать ее. Угу. Вон они какие. Не мороженое, ничего. Вот, ну, еще шляпки. Ага. Вот, ну еще дискомфорт сбора вот в такую погоду, это, конечно, холодно рукам. Да, потому что снег. Потому что снег это. Вот такие мы не будем. Ну вот вчера, за это, когда ехали в деревню, заехали по дороге, тоже две корзинки таких набрали, вот, отварили, будет засолка. Ну а сегодня решили, рассвета нет, в деревне делать нечего. Вот, а эти рядовки вообще занесены снегом. Ну да. Сейчас к ним подойду. Тебе лопату дать, наверное. Ой, ой. Тихо. Тяжелые. Вот. В прошлый раз мы говорили о том, что варить их можно не моя, но потом-то обязательно надо помыть. Просто им вначале они все в иголках, угу, очень плохо отмываются. А когда сваришь, они моются очень легко. Угу. Вот. Помыть, а потом уже посолить. Весь мусор оседает. Да. И мусор оседает. И они, ну, они чище намного становятся. Вон снег какой. Вон рядовки, угу, закупаны, прямо в снег стоят. Видишь? Да. Да. Совершенно хорошие. И что интересно, что они и вон там все рядовки. Угу. И там все рядовки. Ну что делать, вот. Ну я так думаю, что мы наберем по корзине. Да. Унесем Зерюшу. Угу. А потом снова пойдем. Сходим за белыми, посмотрим. Да. Ну. То есть раз белые растут, надо смотреть внимательней. Вот.
Сейчас уже грибников никого нету. Ничего нету. Белых. Так видите, рядовки-то вон молодые совсем. Да. Это уже рост продолжается уже четвертую неделю. Да. Вот четвертую неделю они растут, вот эти стада просто ходят. Ходишь прямо по стадам. Угу. Они все равно, в общем-то, я считаю, что вкусные. Их можно жарить, можно мариновать, можно солить, сушить. В общем, делать все, что хочешь. Угу. Те люди, которым мы рассказали про рядовки, их прекрасно собирают. Я уже видела, на рынке продают. Угу. Вот. Что у нас около деревни теперь уже рядовок нет, потому что научили, собирают. Угу. А мы все-таки не у дороги хотим, а где-то там подальше, чтобы почище. Угу. Хоть и дорога такая малопроезжая, но все равно не хочется. Видишь, они в снегу. Угу. Ну вот это вот, где мы сейчас находимся, это была старая-старая дорога еще на Уломе Железной, соединяла между собой металлургические эти домницы, углежогные ямы. Но сейчас все полностью заросло лесом, только вот чуть-чуть угадывается направление. И тропинка осталась еще так вот, грибники иногда так проходят. Но сейчас уже никто в лес не ходит. Угу. Потому что под снегом рыться — это забава не для слабонервных. Угу. Поэтому все грибы не тронутые. Да. Ничего. Ну все. Потому что и туда, и сюда, и везде рядовки, их можно собирать.